Вот кто сдохнет? Вот давайте сделаем так, хорошо. Участие в игре 1000 рублей! Вот я ничего не увидела, значит, я платить не буду. А какая разница, увидела ты или не увидела, если там маленьким шрифтом написано? Кто сдыхает, тот платит мне 500 рублей. Норм. Ты офигел. На, серьезно, ты не верил. Бизнес такой открытый. Это бабки надо мутить со всего. Получается, за эту серию я заработал 9000 рублей. Открываем бизнес, мы будем делать бабки. Вот именно. Себе шмотки. Кто? А если я не... Да, господи. Без денег. Ну, значит, возьмешь кредит у мамы или еще у кого-то. Кто умирает, платит 500 рублей. Вот вам и мотивация не умирать. А если ты умрешь? Если я не умру, если я умру, хардкор закончится. А если ты убьешь, как да? Если я кого-то убью, значит, он мне платит 1000 рублей. Не понял. Перед началом серии каждый из нас скидывается по 1000 рублей настоящих, реальных денег. И в конце тот, кто побеждает, забирает весь куш. Поэтому вы мне 9000 должны. У меня нету. Подожди, а мне без разницы, есть и нет, как бы. Ну, значит, возьмешь кредит у мамы. Жека Плей, правила игры. Каждый скидывается по 1000 рублей. Не понял. Вам я отсыплю небольшой процент. 100 рублей, а Майке 100 рублей, Костя. Ага, так, все, давай. Так, тихо, ребята, не трогайте. Не трогайте его, он молодец, это все правильно, так и должно быть, ребята. Это бабки надо мутить со всего.